Сегодня мы с вами нарисуем еще одну цветочную композицию, теперь выполненную с более маленькими деталями, с тычинками и с маленькими цветочками. И для этого нам с вами понадобится чернила каменская в цвете А07, металлик от Мартен Куница в цвете Gold, изопропиловый спирт, а также стаканы и пипетки, и синтетическая бумага. Итак, для начала нам понадобятся чернила неразведенные, цвет металлик. Мы с вами заранее разводим себе в стаканчике несколько капель в спирте и кладем туда пипетку, чтобы постоянно его взбивать перед тем, как добавляем на бумагу, потому что золото нам нужно совсем чуть-чуть. Примерно формируем себе в голове композицию, по которой мы будем идти. Сейчас у нас это будет овал, круг, что-то такое амебное. И добавляем первую капельку чернил, которая будет у нас основой. Ее мы сначала феном подсушим, чтобы она не растекалась. Подсушиваем капельку практически до конца, можно чуть-чуть оставить ее слегка жидкой, слегка влажной. И следующим этапом у нас идут разбавленные заранее металлик. Мы его взбиваем пипеткой, набираем немножечко. И примерно такую же каплю, как чернил, ставим рядом. Можно чуть-чуть больше, чем чернильную каплю. И сейчас будем формировать наш первый лепесток, совмещая разведенное золото с чернилами. Если слишком мало, как вам кажется, как в моем случае, можно добавить еще побольше металлика разведенного. Вот мы сформировали наш первый лепесток, и сейчас рядом с ним посадим еще один такой же. Он может быть не точно такой же, форма может отличаться. Это будет делать композицию более воздушной и цветы более естественными. Также рядышком капаем, не в центр. Можно побольше, наверное. И соединяем. Если у нас форма получилась не такая, как мы хотели, мы можем добавить еще чернила и сформировать ее заново.
Лепестков можно добавлять сколько угодно, можно наслаивать их друг на друга или сделать их отдельными, например, как на этом цветочке или на этом. И переходим к следующему цветочку. Thank you.
И закончить нашу картину мы можем дополнением цветов тычинками. Для этого мы обмакнем тоненькую кисточку прямо в чернила, поднимем металлический пигмент со дна, уберем излишки и легкими прикосновениями поставим несколько точек на цветочке.